Давайте посмотрим, как можно быстро и удобно накачать Покрафт кубик. Для этого мы раскладываем Покрафт, откручиваем пробку заднего клапана, который служит для накачивания. Пробку прячем в удобное место. Накручиваем пробку мешка на клапан. Расправляем мешок, чтобы не было перекручиваний. И, поддерживая большими и указательными пальцами рук, поддуваем воздух в мешок. И этот объем, который у нас в этом мешке, загоняем в Покрафт. Повторяем процедуру до тех пор, пока Покрафт не приобретет округлые, выпуклые формы. Какие здесь существуют тонкости? Первое, я уже говорил, что мешок должен быть расправлен, не перекручен. Второе, когда мы надуваем, то нужно стараться сделать так, чтобы не нужно тянуть мешок вверх на себя. Если мы приспускаем немножко мешок вниз, то у нас есть все шансы получить максимальный объем в мешке перед началом закачивания его в объем. И второй момент, третий, наверное, момент, это то, что объем, который мы закачиваем, не нужно стараться выдувать воздух из мешка полностью. Достаточно выдуть основной объем. Теперь мы видим, что у нас Покрафт уже плотненький. Берем и начинаем его докачивать ртом. Итак, для того, чтобы накачать Покрафт кулик, нам понадобилось около 3 минут времени, и делали мы это в крайне неторопливом темпе. Теперь лодка готова. К новым приключениям. Удачного плавания!